Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Я очень люблю выпечку. Есть. Я очень люблю готовить выпечку. Потому что купить действительно хорошую крайне сложно. Нет, есть, конечно, маленькие кондитерские, буквально вот семейные предприятия, в которых готовят очень хорошо, но таких мест ничтожно мало. А у крупных производителей руки выкручены торговыми сетями. У тех-то одна задача – принимать на продажу, на реализацию такой продукт, у которого срок годности на годы тянется. Так что там вместо вкуса остались одни консерванты. Так что реально вкусную выпечку в магазинах не найти. Поэтому, если вы хотите получить действительно великолепнейшие ватрушки, надо приниматься за дело. Итак, приступим. Мне понадобится мука, дрожжи, соль, масло сливочное и растительное, ванильный экстракт, молоко, сахар, яйца. И для начинки тоже яйца, тоже сахар, сметана немного, лимонная цедра, немного муки и творог. Смотрите, какой я взял. Он даже немного жидковатый, что ли, какой-то протертый. Жирность этого творога 9%, но это не важно, выбирайте на свой вкус. Поехали. Сначала оживим дрожжи. В теплое молоко нужно добавить сахар, немного муки и дрожжи. И перемешать. И оставить в теплом месте примерно минут на 15. В муку пока отправлю соль и смешаю как следует. Вот так выглядят проснувшиеся дрожжи. Теперь мука, яйцо и ванильный экстракт. Вымешивать буду в своем агрегате. Но можно и руками. На первом этапе вымешивать только до однородности. Долго мешать здесь не надо. Вот так достаточно. Накрою полотенцем, чтобы поверхность не пересыхала. И оставлю в покое минут на 15. Нужно, чтобы клейковина набухла. Подождем. Тацман прошло. Продолжим. А вот теперь вымешивать нужно как следует, до хорошо развитого глютенового каркаса. И масло надо добавлять частями. У разной муки разная степень влагопоглощения, поэтому, возможно, вам придется корректировать соотношение жидкости и муки под вашу муку. Но очень важно, чем более жидкое тесто, тем легче работать дрожжам, и тем более воздушная выпечка получается. Поэтому даже если вам кажется, что тесто все еще жидковато, не спешите добавлять муку. Минут через 10 после начала вымешивания, это можно делать даже ручным миксером с венчиками, тесто начнет собираться в комок. Вот тогда смотрите на консистенцию. Вот такая вот в самый раз. Видите, оно пока еще немного липнет к пальцам. Не страшно. А вот теперь выбраживание. Всего оно займет часа два, но за это время дважды его придется тесто очень энергично обмять. Накрою полотенцем, чтобы не пересыхало, и уберу в духовку, там сквозняков нет. Первая обминка через час. И вот так тесто выглядит через этот час. Сейчас надо выгнать углекислый газ из него и по возможности насытить кислородом. Нет, дрожжи, конечно, могут и без кислорода работать, но тогда, потребляя то же самое количество сахара, они, во-первых, не развиваются, а во-вторых, выделяют углекислого газа в три раза меньше. А нам нужна хорошо развитая колония дрожжей, чтобы они раз от раза все быстрее и быстрее работали, быстрее и быстрее поднимали тесто. Опять отправляю выбраживаться еще на один час. Вот вам готовое тесто. Видите, какое отличное. Это потому, что оно не крутое, то есть в нем влаги много. А теперь надо разделить на порции. Собрать в шары.
каждый шар слегка растянуть в лепешку и оставить минут на 20. Главное, накрыть, чтобы не пересыхали. Как вы видели, тесто достаточно упругое. Это потому, что молекула глютена, которого в тесте чуть больше 10%, за время расстойки интенсивного вымешивания склеились такие длинные цепочки, те между собой образовали сетку, такую растянутую, которая пронизывает все тесто. Именно эта сетка и придает упругость тесту, и именно эта сетка помогает тесту удерживать в себе углекислый газ. Тесто упруго, как я сказал, но мне сейчас из него нужно будет формовать такие булочки, лепешки. И эта упругость немножко мешает. Если их оставить, эти шарики, в спокойном состоянии минут на 20, то вот это вот поверхностное натяжение нити глютена немножко ослабнет, и формовать будет гораздо проще. Я пока смешаю начинку. Творог, белок, яйца, желток пока отложу, сахар, немного муки и немного сметаны. И цедра для аромата. И растереть до однородности. Задолго до начала выпечки начинку смешивать не стоит. Жидкой совсем станет. Ну, я пока разболтаю желток с ложкой молока и щепоткой сахара. Это льезон. Он нужен для румяности выпечки. Начинка уже готова. Ох, какая. Накладывать ее проще из кондитерского мешка. Я пользуюсь одноразовыми. Купил 100 на Алиэкспрессе. Очень удобно. 20 минут прошло. Смотрите, как лепешки поднялись. Начну процесс формовки. Стакан обмакнуть в блюдце с растительным маслом и выдавить донышком. Ну, теперь начинку. А теперь самый важный момент, которым практически все пренебрегают. Не поступайте так, если вы хотите получить действительно пышную выпечку. Расстойка. За время формовки я практически весь углекислый газ из теста выдавил. Нужно дать дрожжам опять поработать, опять поднять это тесто. Минут 20 булки постояли, я выдавливал только серединку. Поэтому накрываю крышкой, чтобы тесто не пересыхало. И оставляю в покое еще на 40 минут. Не спешите. Вот теперь другое дело. Видите, как поднялись? Самое время смазать лизоном. И отправить хорошо разогретую духовку. Верхний и нижний нагрев, температуру 180-190, конвекцию включать не надо. Время выпечки зависит от вашей духовки. У меня это займет минут 15-20. И вот так выглядит это чудо. Просто посмотрите на эту красоту. Ух! Вооружусь своим любимым самбуровским Mavi High Carbon и... Даже он тут не поможет, слишком мягкое тесто. Видите, какой мякиш? Чудо, просто чудо. Никогда в жизни вы ни в каком магазине такую выпечку не попробуете. Только если это не какая-нибудь частная кондитерская, и вы успели прийти как раз-таки к тому моменту, как вот ее, эту выпечку теплую, только что достали из печи. Это воплощенная нежность. Тут даже никаких усилий прикладывать не приходится. Он мягчайший просто мякиш. Действительно мякиш. Воздушный, пушистый. Тонкий аромат свежевыпеченного хлеба. Тонкий аромат ванили. И очень-очень-очень нежная начинка. Просто вот чудо. Совершенно феерическая штука. Потратьте время. Вы видите, усилий немного. Больше времени ждать приходится. Но на выходе такое чудо, просто фантастика. Короче, готовьте и наслаждайтесь. И пользуйтесь промокодом Фреска, это позволит вам сэкономить. Спасибо за компанию, всем пока.